Всем здорово! На связи агент 3310. На моем канале выходило уже много подборок игр с крутой графикой, а за последнее время в Play Market много нового не появилось, как в последнем альбоме Оксимирона. Ты понял, что я тебе говорил? Мое время на исходе. И я подумал, почему я все время обходил стороной игры не с самой передовой, но необычной графикой. Так что усаживайтесь поудобнее. Топ-10 игр со стилизованной графикой. Погнали! Что я здесь делаю? В видео. Ты хочешь рассказать всем про последнее обновление онлайн-РП? И что после активации промокода Агент4 можно получить гелик стоимостью 15 миллионов и 120к зелени на счет сразу по достижении третьего уровня? Что в обновлении? Все новинки перечислять займет очень много времени, но из основного появились новые авто и электрокары с зарядными станциями, новые мобильные телефоны, включая айфоны, которые существенно облегчат жизнь. Также в онлайн-РП появились новые салоны одежды, авто, панель управления транспортом, радары и еще куча всего интересного. Если возник вопрос, как играть, все просто. Скачивайте файл по ссылке в описании под этим видео и устанавливайте скачанный файл, который все сделает за вас. После установки запускаем онлайн-РП, выбираем мультиплеер и в путь. Я по-прежнему сижу на 4-м сервере. Если увидите, поздоровайтесь. Хоть игр про зомби уже полно, но иногда находятся весьма достойные представители. Nein, Gott, bitte, nein, nein! Такие как Zombie Catchers. В недалеком будущем вся планета заполнена зомбаками. Вы играете за двух инопланетян, предпринимателей, которые предлагают землянам истребить всех зомби. Взамен на возможность открыть на земле кафешки и закусочные. Даже в постапокалипсисе ИПшники выживают как могут. Вам предстоит охотиться на зомби с помощью различных приспособлений. Гарпунов, сетей, ловушек и так далее. Поймав достаточное количество зомби, в своей подземной лаборатории вы можете выжимать из них соки и готовить вкусняшки для людей. А затем искать новые рецепты и прокачивать ваше оборудование. Даже в такие времена в закусочных подают людям всякую фигню. Можно мне попасть в видео? Я, конечно, не попаду, но ладно. Простите за пошлую шутку. Ты сейчас с девушкой, тогда будь уверенней. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательный. Чего зря время терять. На 9-м месте находится Fog Battle Royale. Экшен в популярном нынче жанре — королевская битва с элементами мобы и ролевухи. Итак, друзья, проверяем игру на РПГшность. Вы будете находиться в центре сражений, которое проходит на здоровенном острове, наполненном оружием и монстрами. На остров медленно приближается смертельный туман, и вам нужно остаться единственным выжившим. Помимо стандартного оружия, вам будут доступны и магические навыки. Авада кедавра. Magic. В отличие от других игр этого жанра, здесь сражения достаточно короткие. Тем более у многих это будет первый раз, так что нормально. И вместо того, чтобы бороться с сотней противников, вам нужно будет остаться последним из 20. Так что победитель будет известен уже через 10 минут боя. Deep Town – шахтерская фабрика. Кликер на мобилке с элементами стратегии, в котором вы отправитесь под землю для образования целого города роботов. Кто их вообще проектировал? Неизвестно. Мы смотрели код, авторство не указано. Ваши роботы будут копать землю и добывать различные руды и полезные ископаемые. Для этого нужно использовать все инструменты, доступные для раскопки и добычи ресурсов. Затем все, что накопали, можно продать, а на вырученные деньги апгрейдить свое оборудование. В самом начале игры вам будут даны примитивные тупые железяки, но уже потом у вас в распоряжении будут высокотехнологичные комбайны. Только обращайтесь с ними хорошо, чтобы не получилось, как тогда, в Терминаторе. Hasta la vista, пипка! Мы еще вернемся за вещами. Агент, я видел твое лицо. Ты не должен был заходить в ту кабинку. Мегатаур – аркадная игра с крутой стилизованной графикой и сложными миссиями по обороне башен. Вам предстоит совершенствовать планету-колонию. Нет, не целую планету зэков. Строить на ней башни и защищать их. Прокачивая планету, вы будете получать больше ресурсов. Сюжет основан на научно-фантастических темах, так что любителям сай-фая зайдет. Вы сможете построить мега-башню, но вам для этого придется сильно попотеть. Объединяйте одинаковые башни в одну огромную. Делайте их мощнее и покоряйте всю планету. В игре присутствует система гильдий, так что если засыте биться один, то добро пожаловать в альянсы.
Top War — стратегия с довольно симпатичной графикой, в которой разработчики слили воедино классический геймплей и механику объединения боевых юнитов. Вам предстоит собрать мощную армию, отвоевывать многочисленные территории и полностью захватить власть на всех континентах. Заручитесь поддержкой всех доступных войск, чтобы обустроить военную базу и укрепить защиту от нападений оппонентов. Игровая система основана на перетаскивании элементов по ячейкам, на которые разделена карта. Объединяйте одинаковых солдат, получайте одного более сильного. То же самое и с постройками. Действуйте внимательно и продумывайте ваши шаги в расположении прокачки, чтобы не отхватить по полной. Я пакетик. Ну, главное, чтобы не чайный. Простите за пошлую шутку 2. Пошлость. Звенящая пошлость. Flip the Frog. Симпатичная казуалка, которая расскажет историю о небольшой лунной лягушке. Однажды лягушка увидела в воде отражение Луны и решила покинуть свое болото и отправиться на Луну. Попадем, конечно. Что нас остановит? У тебя же есть план, помнишь? Соврала. Да брось ты! Путешествие начинается со дна озера в окружении рыб. Вам нужно нажать на лягушку, чтобы появилась стрелка, указывающая дальнейшее направление. На вашем пути будет полно препятствий. Камней, водорослей и прочей ерунды, не дающей вам попасть к мечте. Красные водоросли убьют, а зеленые, наоборот, подтолкнут лягушку дальше. Собирайте монеты по пути и дайте лягушке добраться до лучшей жизни. Пусть хотя бы у нее получится. Dig Out – стратегия, в которой вы в роли шахтера направитесь в подземелье для поиска сокровищ. Нужно больше золота. Вы будете прокладывать себе путь, орудуя одной лишь киркой. На протяжении всего приключения вас будут поджидать многочисленные ловушки и недоброжелатели, а устранять их вы сможете с помощью сбрасывания камней и валунов. Находите сундуки, полные всяких полезных плюшек. Выполняйте различные задания для получения вознаграждений и открывайте новые кирки и героев. Таблица лидеров и все остальное для того, чтобы потешить свое самолюбие, тоже присутствует. Молодец. Больше можешь не посещать логопеда. Карл украл кларнет. Карл у Клары. Украл кораллы. Украл. Нахрена они ему? Он что, больной? Suspects – таинственный особняк. Неплохой логический экшен с симпотной графикой в стиле популярной игры Among Us, но в другом сеттинге. Вы окажетесь в огромном особняке в обществе других игроков. Среди вас будут как мирные герои, так и один или несколько крыс, которые хотят вас убить. Быть может, этой крысой окажетесь и вы. Жизнь – штука непредсказуемая. Ля ты крыса, Задачей мирных станет выяснение того, кто является убийцей, а злодеям необходимо устранить всех, прежде чем их вычислят. После каждого раунда все персонажи смогут выдвинуть свои версии и выгнать подозреваемых из дома. Обсуждение проходит в формате голосового чата. Одиссея Цуки. Сверхмилая аркада с приятной крутой атмосферой и приятным саундтреком. Игра погрузит вас в историю Цуки, там в начале буква С, а не С. Цуки – странствующий дух, осевший в грибном лесу. Вместе с ним вам предстоит познакомиться с другими жителями этого места. Вы сможете приготовить вкусную еду, украсить жилище, сходить на рыбалку, добыть большое количество полезных материалов и ресурсов. Сам же Цуки не станет сидеть на месте и ждать ваших указаний, поэтому будет самостоятельно взаимодействовать с окружением, а вы сможете наслаждаться плодами его активности. Если попаду в видео, то съем свои трусы. Приятного аппетита! Надеюсь, гарнир без подливы. Зато я ощущаю явное присутствие жаркого. Да, еще пюре с подливой. Frostborn – многопользовательская онлайн-ролевуха в сеттинге скандинавских мифов. Вы начнете игру в роли молодого отважного воина, который не имеет за душой ровным счетом нифига. Оказавшись в игровом мире, вам нужно будет добывать ресурсы, отыскивать вооружение и броню, и крафтить различные предметы, элементы, экипировку. Но заботясь о внешнем виде и вооружении, не забывайте о первостепенных проблемах. Кушать и пить вам тоже надо. Не забыли разработчики и о боевой составляющей. Кроме сражений в одиночном режиме кампании, вы сможете воевать на аренах, как против ботов, так и против реальных игроков. Если вам понравилась сегодняшняя подборка игр со стилизованной графикой, то ставьте свой стилизованный лайк под видео и не жалейте стилизованных комментов. А если кто-то из ваших корешей не знает о существовании моего замечательного канала, то бегом рассказывать. С вами был агент 3310. До связи!